Всем привет, дорогие друзья, с вами Олег, и сегодня я продолжаю снимать Тасс и Андреас, круиз, можно так сказать, и если эта серия оборвется, то, ну блин, это будет плохо, потому что, ну, у меня сейчас место на диске 20 гигабайт, а одно видео в 10-15 минут весит 10 гигабайт, 15, да. И надеюсь, я успею закончить словами, а не просто ля-ля-ля-ля, и все, и оборвался. Наша задача, как всегда, найти пулю, опять же, и опять гонять на ней, врезаться, или хотя бы пытаться нормально ездить. Привет. Спасибо. Привет. Ну, в принципе, в игру я это уже играю. Сколько? О, там скоро пойдет. Где-то уже два месяца. Ни хрена себе, ты дерзкий, а? О, зараза, а? Ну все. Он меня не достанет. Кажется, я быстро загнался, и мне сейчас капец придет. Мне кажется, на меня передний привод. Привод, привод, привод. Привод, привод, привод. Привод. Мне кажется, или капец. Трюк. Да. Нет. Да, нет. Вот так. Я не виноват, мужики, вы чё? Ни хрена себе. Здорово. Это что у нас? Ака вроде. Если честно, я ненавижу Аку, но обожаю Ниву. Нива — это самая лучшая машина для меня. И... Да! Капец. О! Ну все, машина задымилась, мне капец, капец, капец. Ладно, выходим из машины, убиваем того дерзкого, и кто, фермер? За такой тачкой фермер? А у тебя задний привод. Красавчик. Ну, куда ты ее попёр-то, а? Ты бессовестный. Скотина. Колесо проколол, кажется. Куда ты ее попёр? Вот. А, и в кустик спрятался с ней. Я все равно тебя найду. Или уже нет. А его уже не видно, кажется. Видно, но не видно его лица. Офигеть. Попробую сесть к нему в машину. Честно. Нет, это голубая. Давай. Да, все. Вроде к нему сажусь. Пока, 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 пока. Погнали. Погнали. Ну, я даже не сел. Там пролетел самолет. Или это проехала там машина, и погнали. Фак. Так. БМВ. И... Все-таки та пуля, я узнал, как называется. На самом деле это обычная Audi. У меня есть в правом ухе, из-за него полиция. А это было в левом. Точнее, в левой стороне. О, фак-фак, скотина. Угу. Так, ну, разгоняемся мы нормально. Ищем пулю. Привет, полиция. Вот так. И... Где она? У меня вопрос. Хрена себе, они ускоряются. Фак, я трюк. Я трюк. Я не дальнобойщик, я трюк. А то трюк еще переводится как дальнобойщик. Вот. А, и на крышу дома. Охренен. А, спасибо. Я же сам везу человека. Да-да-да.
Помню я наизусть один код. Да. Машины. Ну, нет, такая мне не нравится. Да, иди сюда. Ты охренела? Что это значит? А, это вы. Ну, садись. Нигер. Нигер, пока. Да. О, ладно. Так. Едем. Далее. И занимаемся фигней. И занимаемся фигней. Знак. Здравствуйте. Погасил. Я вошел в поворот, хотя вошел. Еще как вошел. Давай. Офигенно. Так, 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 подмет. Офигенно вообще, я не знаю, что. Мы сейчас, наверное, все сглажим, потому что... Ну, я сейчас буду не везунчиком, конечно. Я аж, конечно, все сглазил. Что ты вышел из машины? Так, поедем на перевод или в город. Поедем на перевод. Ну где пуля? Мне срочно нужна пуля. О, здорово. О, что? А чё я вышел? Вышел так вышел. Гони. Да-да-да, спасибо. Фермер. Безголовый фермер. Ну, у меня денег 1360 и машина. Машина. Пока. Пуля. Полицейский. Я поеду прямо. Только прямо. Сюда прямо. Не направо, не налево, а сюда прямо. Гоним, точнее пытаемся. Для полиции. Ну я думаю, сейчас не шут. Офигительно. Даже не надеюсь. Круто. 12 FPS. А, все. 300. Прогружаемся. А пуля. Иди сюда. Сюда. Остановись. А видите, я быстрее, чем вот эта пуля, которая сейчас исчезла в моих глазах, да? Нет. Мое счастье еще уже не рядом. Точно уже не рядом. Или нет? Пожалуйста. Так. Ну, ее уже нет. Так. Это пуля была, но... Здорово. Пуля. Идёшь ты. Вторая. О. Секунд. Привет. Опа. Пошли. Пуля, не пуля. Опять спасибо. РП ситуация. РП ситуация. Кстати, какой у нее приют? А, где мощности должны хватать? Ну ладно. А, можно так проверить. Передний. Но это по твоим поворотам, по этим, право, блядь, поворотам видно. Всегда в детстве у меня было два сложных слова. Это паровоз
Я всегда его называл поворот. И поворот. Всегда говорю провод. Жердяй. А жердяй. Тебе дальнобойщику надо идти. Но я тебе дам еще один шанс. Может, ты пойдешь в дальнобойщики. Может, тебе повезет. Да, пока. Поздравляю тебя. А, еще так спокойненько. А, нет. Все-таки он дорогая. Да, это Audi. А, у нее такой привод. Вроде передний. Это что я говорю? Задний. Но она уже где-то за 5 секунд или 10. Зря я не посмотрел на дорогу. Да, он уезжает. Извиняйте. Так. Ой, ты не подрезал. Что за хуйня? А, Ауди. Опа, где? Чё? Сомнел? Капец. Занесло. Нет. Вырулил. Тройной ДТП. У нас оружие. Что это хоть? Если честно, я люблю из оружия по калашниках. АК-47. Если это не одинаковые вещи. И вот это оружие, которое я в своем инвентаре. Да-да-да. А, дробовики я просто ненавижу. Просто ненавижу. Ну, дробовик это ужасно. А, снайперскую винтовку еще надо. Как моя машина еще не сдымилась? Так. И Audi. Audi плюс Lada равно... Как это назвать? Ладаут. Ладаут, да. Лада и Ауди. Ладаут. Все, новая машина Ладаут. Смесь Ауди с Ладой. Ладаут. И я должен попасть? Нет. Раздаем назад. Это нет. На пузо встал, да? Замечательно. А, ну все. Так. А смогу ли я сейчас заспавнить танк? Так. Так. Какой у тебя там код? Надеюсь, вот этот. Надеюсь, я еще не забыл. А. И. В. П. Р. Т. О. Нет, забыл. Окей. Я не знал. Шато. Это нормально? А, ну здрасте, здрасте. Сколько у меня? Калашников. А. И прям в голову. Да мне ничего не будет, понимаешь? Да-да-да. Ага. Так, старый какой же код? Может, А, И, В, или А, И, В, В, П, Р, Т, О. Не. А, Л, В, В, П, Р, Т, О. Нет. Окей. Да иди ты нафиг, сдолбал. И ты сдолбал же. Да, чем? Да не вылечишь там какого-то, никого. Вон, спасибо. Скорая. А, уже один умер. А, ну все, я вынесу.
А, Л, В, П, Р, Т, О. Нет. Так, чем бы еще поселить? Зря, конечно. Стрельнул в одного. Ну, в принципе, я помню еще один код. Только не знаю, что он обозначает. Е, Е, Г, С. Так, там дальше. У, Х, Т, Г. Что? Ты кто? Это что такое? Бульдозер. То есть бульдозер. И что же ты делаешь, я с ней вопрос? А, ты еще умеешь поднимать? Ретро-гоночная машина. У тебя какой плюс? А, у меня плюс вот такой. У тебя, короче, сзади плюс. И пулик, я, кажется, не повезло. Да, нет, да. Ты не повезло. Так, ну все, гранатомет. Шкала, дозер, да. У меня все это есть. Ну, больше я вроде кодов не помню. Вроде как. Да, вроде я вот ничего не помню. Хотя... Да, я больше ничего не помню. Мне кажется, ты какой-то ужасный. Чё ты сигналишь, достал? А, ты ещё не умер. А ты сдох, не хочешь. Ну, а, вот. Вот у тебя какой это... Из Финиса и Ферба. Я не помню, короткая голова. Только у тебя вместо головы шея такая. А, да. Попробуй. Давай. Что? Пуля дымится? Каким образом? Кто ее смог? Так сломать. А, пистолет. Ну, человек не повезло. А, привезло. Так. Может, я еще кое-что вспомню. Да. Я ездил. Кажется, она меня загнет. Заводись. А, вот. Угу. Х. И В. И Н. Нет. Х. В. Л. В. У. Л. Нет. Х. Г. У. Точнее, И. В. Y. Л. И что я сделал? Я, кажется, себя покрасил, да? Может, я вертолет вызову? Нет. Какой еще код? B, S, X, S, G, G, S. Что? Походу, это не тот код. Еще раз. B, S, G, X, C, G, G, S. Да, это не тот код. V, P, R, T, O, N. Так. Все-таки половину кодов я
потерял. Да. Ну ладно, сейчас просто покатаемся. Или, не знаю. А как бы она машину украла? Но. Как бы за кражу машины сроки дают. Ну для тебя срок это будет смерть. О, еще одна. Ты куда, куда? Скотина. Заднее колесо пытает. Так, спасибо, да. Угу. Так. А что я хотел сделать? Ищем машину. Так. У Р К Г С Р К и самолет. Ну, я тут не взлечу, это уже ясно. Ну, понятно. Я лучше пилот и буду. Что такое? Что за звуки? Ну, это самолет, я думаю, уничтожу. Я лучше подальше отойду. Ракетница. О, сейчас будет все бомбить, так что капец. Попытка номер два. ЦРК. Где мой самолет? А самолета. Вот он, самолет. О. Берем этот самолет. И если сможем, полетаем. Там пожарка приехал, скорая. Как тут пожар, все. А тут так, а тут меня подождался, ну, по яйцам взорву. Это красиво. Нет, наверное, ужасно вышло. Потому что... Ну, все, молот и тарелок. И яйцам. Я убийца. Господи, зачем я делаю? Так, ну все. Капец. Еще самолет. Я умер, что? Каким-то образом я умер. Каким-то. Фак. Рокетмен. Рокетмен. Где моя взлетная полоса? Вон она. Но не ты. Вон она, моя взлетная полоса. Вон она. И... Офигенно. Я сейчас туда заспавню самолет и... полечу. Сажусь аккуратненько. Пишу. ОРК, УРК, ДСРК. И молодец. Молодец, хороший. Такс. Будь молодцом, печеньку дам. Так, молодец, сейчас я печеньку. Будем зрения. А, нет. Я настолько добрый, что печеньку не дам. Я вижу вот аэропорт, вон он. Так. Я так бочком валю. Так, это вниз вроде у нас, да? Ворот. Ворот, давай. Ну, сесть я не смогу, это уже ясно. Наверное. Ладно, сейчас я спрыгну и закончу серию. Давай. Опа.
Сейчас еще полетаю. УРК, GCRK. И код на парашют я запомню очень хорошо. Так. Только какой фак задел. Угу. Так, парашютик есть. Осталось самолет, который я уже заспавнил. В общем, он голубой. Не могли найти получше. Так, вот. Сейчас я спрыгну с парашюта. И все. Все, я прыгаю с парашюта и заканчиваю эту серию. Она и так, наверное, вышла долгой. Надеюсь. Смотрим, что будет. А будет взрыв, наверное. Да. Ни хрена себе его развернул. Ух ты. Ну все, на этом я прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Олег. Всем удачи, всем пока.